Ребята, всем привет! Хотел посоветовать вам новую группу ВКонтакте, называется «Клуб водителей пятитонников». Вы меня часто спрашиваете о том, какой это пятитонник, хотите узнать про него что-то, либо, но так как я не знаю про все машины, вот, смело можете переходить по ссылке, которая будет снизу, и смотреть про какую-то либо машину, задавать вопросы. Вот, потом можете там подать даже объявление на продажу. Тоже это действует. Ну и вообще, кому интересно, переходите по ссылочке, которая будет внизу в описании. А теперь смотрим ролик. Ребята, всем привет! Снова я начинаю путь. Еду сейчас я по Вологде. Загружаюсь в Вологде. Груз у меня этот на Челябинск. И еще еду догружаться, получается, Череповец. Тоже и тоже на Челябинск, и оттуда уже летим прямой дорогой на Челябинск. Что-то я очень много сказал слово город Челябинск. И вот так вот все происходит. Сегодня понедельник, лето, замечательный день, замечательная Вологда, которая мне в принципе понравилась. Едем работать. Вот такой вот сегодня дальнобой. И сегодня, и завтра, и послезавтра, и, наверное, дня через 3-4 только я приеду домой. Поэтому работаем! А сейчас я вам немного покажу. Хотя уже, наверное, показывать нечего. Города Вологды. Продолжение моего рейса. Уже насколько... Я уже в рейсе нормально, уже, по-моему, 2 недели, я больше 2 недель уже. Да. Ну, в общем, смотрите, город Вологда. Извиняюсь, ребята, что стекло немного грязное, а так, в основном, в принципе, нормально. Ребята, я на загрузочку. Сейчас я вам поснимаю ее чуть-чуть. Это вот такое вот предприятие, которое производит комплектующие для лестниц, получается. Ну, сейчас вы видите, будет меня грузить. Сейчас вот МАЗ отъезжает, и я заезжаю на его место и начинаем грузить. Потому что надо торопиться, скоро... Надо ехать в Череповец уже сегодня, грузиться в Череповце, поэтому все так нормально, так быстро надо делать. До Череповца мне 130 километров, поэтому в сторону Санкт-Петербурга. Так что двигаемся, не тормозим. Вот, ребята, что я заметил интересное, здесь делают ковшики разные, всякие вешалки для бани и всякую вот такую лабутень. Вот видно ведерки, дверцы, в общем, делают тут все. А мои вот они, 1, 2, 3, 4, 5, и еще что-то будет, сейчас это будем грузить.
Так, вот все, грузимся. Вот так, я думаю, два войдут, да? Да, должны прям войти. Прям если ровничком поставить, то войдут. Ходили же раньше. А, ну тогда нормально, тогда войдут. Раз, два, три, четыре. Сколько? Шесть их? Нормально. Ты там за доску зацепил? На перекур, наверное. А, с другой стороны, наверное, хочешь заехать? Во, вообще четко, слушай. Ну надо к борту тогда. Оба было. Во, да, отлично, оставляй. Выкатить тот поддон. Вот так вот три загрузили уже. Остальные вручную все туда наверх. Отлично. Вот балясина и 100 штук стало. Вечера, а надо вести будет на заводе. Поэтому нормально. Меня уже почти загрузили. Я уже могу сказать, приезжать. Ну, почти загрузили. Не-не-не-не-не-не, успею. Я сейчас поеду. Да не говорю там до скольки там, до 8. Успею. Че, тебе наверх болящий? Таня! Вот они. Вот так, ребята, загрузили мы полностью с этими досочками. Все, сейчас едем загружаться. Так, это что, это такой картон? Вот я тебе коробки разорву. А, ну я их разорву потом. Но мне вот так вот, если что, поставить, чтобы было все. Все четко, все классно. Все, закрываемся. Выехали, ребята, выехал я на трассу уже, получается, А114, прямая, идет она до Санкт-Петербурга, но мне туда не надо, я еду в город Череповец. Там какой-то завод, гружу еще 2,5 тонны назад, и там уже смотрю, либо я еще догруз возьму, либо я поеду так, в принципе, мне как бы и так по деньгам нормально. Ну, если останется место, конечно, возьму догрузик. Вот такая трасса, ребят. Обалденная, обалденная трасса, я бы вам сказал. На улице жара, 30 градусов, не покидает нас, поэтому едем, едем, едем.
ребята, оказываемся мы в городе Череповец. ДПС без ДПС. Все, едем. Газпром, 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 метан, Газпром. Что-то не посмотрел, сколько стоит. Ради интереса. Да дорого, ребята. Ну вот по 36,70 еще, я понимаю, солярка. Но не по 40 за рублей. Сейчас будем заезжать на весы, ребят. Опять дали мне такую касочку. Выбрал новенькую себе касочку. Так, заезжаем. Открылись. Вот, веса. Сказал садиться в кабину. Что дальше делать? Без понятия. Карты. Сканируйте. Все, выезжать на погрузку. Все, сказали ехать на погрузку. Ну ладно. Едем. Сказали открывать борт задний и подождать. Выгрузка боком будет. Поэтому будем открывать задний борт. Как-то так. В общем, ребята, короче, не успел я еще заехать в цех, как ко мне приехал погрузчик и закинул эти две балдашки. Все вот так вот положили. Я борт открыл. Я уже начал его крепить. Сейчас вот так вот закреплю. Одно, второй. Ну и будем искать, наверное, завтра уже какой-то догруз. А так, вот так это все весело выглядит, короче. Все. Закрепляем груз. Так, ребят, ну все, загрузился, сейчас все сделал, сейчас мою руки и еду, короче, оформляться. В общем, ребята, какой результат? Я набрал воды, поел, там вот весы я проехал, там набрал воды, туалет и, в общем, фух, наелся, допиваю чай, приготовил салат тут с хлебушком там. Сосисочками. Нормально, наелся. И такое решение мы приняли с диспетчером. Я сейчас выдвигаюсь в город Иваново. Ну, до туда доеду. И мне это надо где-то там часов за 6, конечно, проехать. До Иваново у нас сколько получается? Так, 300. 300, почти 400 километров. Около 400 где-то, вот так вот. И я приеду, короче, туда, там посплю часиков, наверное, 3, и, а может и 2. И там будем искать груз, потому что грузов там больше, чем здесь. А мелкий догруз хочу еще взять, чтобы было вообще шоколадно. Иначе к чему же столько мучений. Вот, и поэтому поеду туда. Ночью буду ехать, вряд ли что-то поудастся поснимать, поэтому... Завтра все буду снимать завтра, а сейчас набираю сил,
и на полночи заряжаюсь ездой. Сейчас все, только чаек допью и все, и погоню. Ну и все, ребята, вы смотрите дальше, что будет, как я буду ехать, как я, самое главное, буду проходить Казань, Татарию. Вот это вообще самое интересное. Даже сам не знаю, как я ее буду проходить. Потому что по весам, я думаю, будет уже около того, что предел, как бы. Ну, посмотрим. Все будет видно. Ладно. Я погнал. Ребята, смотрите, как у нас классно светится ночью. Какая-то электроподстанция. Вот она. Видите, да? Это у нас Ярославль, я уже его проехал. И вот так вот все освещается. Очень классно. Какой-то город строит. Это